Здравствуйте, дорогие друзья! На улице установилась третья такая жара в этом сезоне. До 40 градусов. Но у нас есть возможность с вами поддержать наши растения. Вчера мы в садовом центре обработали все растения вот таким вот эпином. Эпин – это скорая помощь при стрессовых ситуациях. И еще есть такой препарат Мивал Агро. Он очень хорошо себя зарекомендовал. А сегодня мы поговорим о хвойных растениях, создании композиций, подбор растений для ракариев. Ракарии – что такое? Это композиция из растений, из хвойных. Добавляются еще кустарники и плюс однолетние цветы, используются камни, отсыпка из гальки. Самым основным элементом, первым ярусом высоким, может служить, конечно, туя. Если сейчас высаживаете растение, лучше утром или вечером, и закройте, пожалуйста, тканью, только не спанбондом. При создании ракария самый главный акцент, конечно, на хвойные. Это могут быть плакучие формы, шаровидные формы, стелющиеся формы растений. И, конечно, по цветовой гамме. Многие задают вопрос, когда видят желтые у нас растения, они что, плохо себя чувствуют? Нет, это натуральный, естественный цвет этих растений. Все время привыкли видеть, что сосна – это огромное дерево, там 8-10 метров высотой. А это тоже сосны. Посмотрите, вот такой вот стелющейся формы, необычной, они похожи на бонсай. Посмотрите, какие хвойные растения. Конечно, это создано руками человека. То есть это привитая форма сосен хвойных на штамбе. Это практически максимальная высота, только будет ствол утолщаться, и шарик все будет больше и больше, но его нужно будет формировать и стричь. Вот такие вот сосны мы используем для создания ракария.